финал конкурса «Охота на комментатора». Детские игры кончились, началась настоящая борьба. Все по-настоящему. Все, что вы сегодня скажете в прямом эфире, услышат тысячи болельщиков. Мы начинаем прямую трансляцию матча «Металлург-Магнитогорск-Авангард-Омск». Плетут свои кружева сталевары. Например, комментатор дает оценку, любой человек потом скажет, так вы сами играли. Может быть, что-то из этого и получится. Этими моментами ты учишь болельщика. Мне достался второй период. Чтобы болельщику нравилось. Ну, там совсем другим забита голова. Да, ты смотришь, матч, он... Шилин отбивает щитков. Каждый год ожидание-то угу-гу. Действительно, выбор очень сложный. Первый раз работаешь в прямом эфире. Нам всем очень понравилось. Все понравились, каждый по-своему. У всех у вас голос очень хороший. Финал конкурса «Охота на комментатора». В пятницу в 20:30 на нашем канале.